Привет, с вами Легит, друзья. Кто смотрел мою недавнюю распаковку, тот наверняка помнит, что в ней был вот этот мини-проектор от фирмы Thundirel. Thundirel. Не знаю, как правильно это произнести, модель TD60. Заказывал я его, потому что многие просили что-то компактное и бюджетное. Ну, промониторил вот этот, так скажем, этот сегмент и решил его, потому что у него, во-первых, уже более 1500 покупателей, причем 97% из них, так скажем, счастливые обладатели, которые поставили максимально хороший отзыв. В общем, проектор интересный и по интересной цене. На данный момент он стоит менее 6000 рублей. Ну и что, собственно, мы за это получаем? Проектор на базе, естественно, 1 LCD-матрицы с разрешением 854 на 480 пикселей с поддержкой Full HD. Яркость 2400 люмен, технология 4 LCD, 5-ваттный динамик, поддержка красно-синего 3D. Рекомендованный размер проекции от 70 до 100 дюймов с максимальным размером картинки до 150 дюймов на расстоянии от экрана 4 метра 40 сантиметров. Контрастность 1000 к 1. И что хорошо, у него есть поддержка кодека AC3, а значит практически любой скачанный вами фильм будет со звуком. Друзья, мне кажется, при яркости 2400 люмен, которая заявлена у этого проектора, он не совсем для дневного просмотра. Но это и все остальное мы сейчас вместе с вами проверим. Бюджетный проектор, бюджетная коробка. Внутри лежит отдельный коробочек, в котором находится аудио-видеоразветвлитель, то есть RSA, силовой шнур с прямым подключением и евровилкой, что очень хорошо, винтовая пятая ножка Кейстена для изменения угла, и дистанционный пульт управления. Обычный удобный пульт, немного кнопок, но все самое необходимое. Пульт работает от двух батареек размера 3А. Ну, такой пульт, как и у многих проекторов, я считаю, что это один из самых удачных вариантов. Как видите, упаковка проектора весьма надежная. Тут же схематичная инструкция на английском языке. Но, в принципе, я думаю, она нам и не пригодится. Ну и, собственно, вот так выглядит этот проектор, такой вот весьма миниатюрный, вы посмотрите, какой он компактный малыш, он практически чуть-чуть больше моей ладоши, хотя у меня не самая большая ладошь, и тем не менее, видно, насколько он миниатюрный. У этой модели такая интересная плоская защитная крышка для того, чтобы защитить объектив от отпечатков и пыли, объектив здесь просветленное стекло, спереди находится регулировка, написано зума, но это изменение фокусного расстояния. Вращается удовлетворительно, в принципе, настроить фокус не составит труда. Ну а за ним находится колесико, почему-то которое подписали как фокус, по факту это Кейстен, то есть изменение вертикальных осей на 15 градусов. Ну а сверху удобно располагаются кнопки управления и светоиндикатор. Очень понравилось решение применения вот такой вот фактуры пластика. Он напоминает немного дерево, как будто дерево покрасили белой краской. Да и вообще, в принципе, все не марка, и с точки зрения практики это здорово. Сбоку со стороны линзы находится решетка вентиляции. Отсюда заходит холодный воздух, охлаждает все внутри и выходит вот отсюда через решетку радиатора. С этой же стороны находится слот под SD-карты памяти с поддержкой до 64 ГБ, разъем AUX для подключения наушников, разъем аудио-видео для подключения того самого RSA разветвлителя. И два порта USB, что очень здорово. Здорово, потому что можно подключить одновременно и флешку, и жесткие диски, и, к примеру, какой-нибудь USB-приемник от беспроводной клавиатуры либо мышки. Ну и один разъем HDMI для подключения компьютера, ноутбука, консоли, TV-бокса, ну и тому подобное. Как и везде, порт VGA для подключения таким образом к компьютеру. Ну а на тыльной стороне находится разъем под тот самый шнур питания. Это гораздо удобнее, чем вот эти вот габаритные блоки питания. Ну и здесь же находится один из инфракрасных приемников для дистанционного пульта управления. Второй находится на передней панели. Но в принципе пульт можно направлять куда угодно, и как обычно мы делаем это по привычке на экран. Также с тыльной стороны находится весьма громкий 5-ваттный динамик. Ну а на дне 4 устойчивые ножки, обеспечивающие хорошее сцепление с поверхностью. И винтовое гнездо, которое подойдет для крепления к любому штативу либо кронштейну. И той самой регулируемой по высоте 5-й ножки Кейстена, при помощи которых можно отрегулировать угол наклона проекции. Если честно, я немного скептически относился к такому приобретению, потому что за такую цену я не ожидал такого качества сборки. И лично для меня гораздо удобнее вот это боковое распределение всех разъемов, нежели сзади. Что касается недостатков всей этой формы, как и у многих проекторов, при выдвинутой линзе крышка не одевается на объектив, нужно обратно возвращать линзу. Как бы крышка нужна, она защищает от пыли, от случайных отпечатков, грязи. Как вы поняли, чтобы ее одеть, нужно каждый раз возвращать линзу на исходную. В остальном одни положительные эмоции. Для примера я взял версию на 2000 подороже с Android. На главное для удобства есть даже прямой выход на YouTube. Кстати, на удивление, само приложение работает очень шустро, быстро прогружается, в отличие от дешевых TV-боксов, но есть один момент, о котором я скажу чуточку позже. Также после регистрации Google аккаунта вам будет доступен Chrome браузер, Google Play, в котором можете скачать приложения и игры, которые вас интересуют, и вот здесь вот они будут все складироваться. Есть такой обычный удобный файл-менеджер, браузер, здесь же можно перейти в настройки, подключение к Android-устройству, загрузки, Play Market, Chrome, YouTube, в общем, все приложения, Netflix, все здесь. Снизу удобная панель инструментов, в том числе переключение
переключения по аудио-видео выходам. В том числе переключения по файлам, Miracast для подключения к смартфону. Подключение, кстати, не через Bluetooth, а через Wi-Fi. Изначально ПО на английском языке, поэтому сразу же заходим в настройки, вот в этот глобус и ищем русский язык. Все, теперь все на русском. Первая настройка Wi-Fi. Тут же подключился по Wi-Fi к интернету. Настройки звук не ахти какие. Далее все те же самые предложения. Настройки экрана. Есть вот такая вот заставка. Можно заставки менять по времени и так далее. И вот настройки цвета, яркости, контрастности и тому подобное. Сразу говорю, очень неудобно настраивать, потому что здесь вот по сути просто меняете цифры и не видите картинку того, что меняете. Ну и как обычно в андроидах внутренний накопитель. Можете посмотреть, что где сколько занимает памяти. Информация об устройстве. Возможность переворачивать изображение в случае, если проектор висит на потолке либо позади экрана. Таймер автоматического выключения, то есть можно выставить какой-то определенный интервал времени, через который проектор выключится. Выбор клавиатуры, можно загружать какие-то свои, поиск это просто по системе, речь это если есть пульт с микрофоном, Bluetooth и контроль доступа. Для подключения к смартфону устанавливаете на него приложение Miracast, включаете на обоих устройствах поиск, они коннектятся и все, можно играть в игры. В принципе, сравнивая его с другими проекторами на 1LCD матрице, скажу, что фреймтайм здесь более-менее ровный и отставание минимальное. Вставив флешку, здесь нам доступны документы, которые были на флешке, в том числе и видеофайлы. У проектора изначально есть три варианта проигрывателя, выбирая тот, который мне больше понравился. Просто больше настроек и более удобный. Поддерживает кодек AC3 и видео идет со звуком. Помимо того, что он тихий, он еще весьма холодный. Даже вот в самом горячем месте, где радиатор, показывает около 35 градусов. И смотри, и нитки видно, детализация в принципе достаточно неплохая. Ну так-то в принципе, синий вообще классный цвет, он прям вот такой, какой должен быть. Ну, детализация достаточно неплохая. Вот это сейчас обычная Full HD. Что, живая. Ну, как бы перцы. В принципе, неплохо. Просто вот яркость надо добавить, насыщенности. Не, насыщенность не надо. Цвета хорошие. Просто как будто пасмурный день, да? Смотри. Границы, видно, они не пересвечены, как вот у М4. Они немножко прям ядовито светились. Здесь они все прям вот... Просто такое ощущение, что вышел на рынок в паспортный день, да? Итак, друзья, посмотрим, какие показатели будут у проектора на этих тестах. Сейчас на первом слайде я вижу, что ну, достаточно неплохая картинка, на самом деле, для проектора в такой ценовой категории. Сейчас посмотрим дальше по насыщенности цветов. Уже вижу, что они достаточно естественные, не ядовитые, они такие, какие должны... Ух ты! Смотрите, какой скинтон, я реально не ожидал такого результата. Очень естественные цвета у белокожей девушки, посмотрите... А вот у некоторых дешевых проекторов вот здесь вот появляется такой розовый цвет, а здесь он отсутствует, здесь как бы плавный такой переход, и в принципе все отлично. Смуглая девушка практически на всех проекторах хороша, здесь, правда, она кажется немножко темнее, чем обычно. У азиатской девушки тоже все здорово, прям цвет такой, какой, наверное, должен быть. Немножко розовым припудрены щеки, выглядит все здорово. И здесь я реально, друзья, не ожидал, вы посмотрите. Здесь практически нет провала в черном цвете. То есть здесь хорошо видны переходы вот у чернокожей девушки. Вот. И вот здесь вот только в самой-самой глубине немножко вот здесь вот, ну, как бы черный провал. У многих даже дорогих проекторов, ну гораздо дороже, можно сказать так, даже вот здесь бывает провал, а здесь в принципе достаточно неплохо. Вот, друзья, кстати, в подтверждение скинтона чернокожей девушки, вот этот тест явно это подтверждает и показывает. Я не знаю, как вам это видно при записи, это сложно передать, но вот все цвета оттенков черного отличаются друг от друга, вот только четвертый цвет сливается с нулевым черным. Все остальные цвета по оттенкам видны и у них есть отличия. Вот они все. Только четвертый. Это потрясающий результат, особенно если вспомнить, что этот проектор реально дешевый. Давайте посмотрим, как этот проектор на белом. Ну, на белом уже, конечно, совсем другой результат. А лукавить не буду, как есть, так есть. Здесь я не вижу ни одного отличия у белого цвета. Ну, прям по факту, вот так вот. Каждый цвет просто сливается с нулевым 255 белым. Вообще нет отличий в белых оттенках. Но опять же, в фильмах, особенно в мультиках, мы это можем, в принципе, вообще абсолютно не заметить, потому что это 100% белый цвет и его под оттенки. Это такая точность, которую мы, в принципе, обычно не обращаем внимания. Черный вообще здорово, он по оттенкам здорово переходит, а вот белый здесь вот провал. Скинтон, я говорю, что это очень естественные, живые цвета. Кстати, вроде вот этот вот непонятный с виду тестовый слайд показывает, когда есть какие-либо шумы. Когда матрица шумит в случае какого-то недоконтраста, здесь бывают такие, как битые пиксели. Они. Здесь вот я первый раз вижу такое, что абсолютно вся картинка целостная и отсутствует вообще напрочь шумы. Это, в принципе, для игр, к примеру, очень хороший показатель, потому что бывают проекторы, которые в момент, когда они не тянут игры, появляются такие вот артефакты битые.
И вот этот тест они реально проигрывают. Здесь вот все хорошо. Возможно, этот проектор достаточно неплохой в играх. По тесту геометрии, друзья, я реально удивлен. Честно, не ожидал от такого, не побоюсь этого слова, бюджетного, даже дешевого проектора, чтобы он показывал такие результаты. Он со всех сторон, даже по краям углов, хорошо сфокусирован. Отсутствует замыливание. То есть везде он настроен четко по контрасту, по резкости одинаково. Это реально очень крутой результат. Я не ожидал. Я думал, он будет мылить углы. Думал, будет он мылить там грани. Нет. Все четко со всех сторон. Здорово. Ну и вот тот самый тест, который показывает, что этот проектор потрясающий. Показывает все абсолютно оттенки черного. Только вот этот вот первый, самый первый, сливается с нулевой вот этой границей. Все остальные по оттенкам отличаются. Это на самом деле, ну, очень колоссальный результат. Даже проекторы за 18-20 тысяч не все показывают такой хороший результат по черным оттенкам. То есть какие-то темные сцены в фильмах будут абсолютно максимально передавать детали. Что касается белого цвета, здесь абсолютно аналогично противоположная картина, честно, я не ожидал. При этом я не исключаю, что это из-за того, что я перед тестом задрал яркость где-то на 70%, и это мне показалось самое, что ни на есть комфортная яркость вот на таком расстоянии от экрана проектора. То есть на расстоянии 3 метров от экрана я сделал яркость где-то в районе 70%, и темные сцены каких-то фильмов, да, смотрелись очень даже хорошо. Может быть, из-за того, что яркость задрана, поэтому белый цвет попал. Я это как бы не исключаю. Вот. И здесь вот видны вот эти детали в темном участке, на коре, темном участке дерева. Вот на этом тесте тоже видно, что я немножко переигрался с яркостью, потому что вот здесь вот просто выгоревшее пятно на самом деле. То есть, в принципе, видно, что этот проектор хорошо, естественно, передает все оттенки. Они все здорово переходят. Но сейчас я, наверное, убавлю все-таки яркость. В общем, друзья, я вернул на те же самые настройки, которые были буквально из коробки. И что мы видим? Что достаточно хороший результат теперь по белому. То есть мы видим вот эти все оттенки, и только 251 сливается с 255. Это отличный результат. Проектор отлично передает вот эти белые оттенки. А вот в черном здесь как раз, это я сейчас вот вернул на заводские настройки, вот прям как было. Вот у черного сейчас, понимаете, теперь все слилось. То есть, в принципе, этот проектор, но опять же, у меня сейчас проецируется просто на светло-серую ткань. Может быть, на настоящем экране профессиональном немножко было бы другое светоотражение. Я сейчас понимаю, что этот проектор просто нужно настроить на золотую середину. То есть, не так, как я сразу же на 80% повысил, а где-то на 60%. На 60 яркость, на 65 контрастность, вот так вот поиграться, и в принципе будет очень хороший результат. Ну а сейчас все-таки давайте рассматривать именно так, как показывает этот проектор из коробки. А вот девушка прям вот стала вообще шикарно выглядеть. Смотрите, отсутствует вот здесь вот пересвет, ну лишь чуть-чуть вот здесь вот совсем маленькие точки, это уже незначительно. Кстати, детализация весьма хорошая у этого проектора, я такого не ожидал. Вот даже вот немножко здесь ворсинки видны вот на носике. Ну то есть все прям достаточно хорошо. И я вам более скажу, хоть это не Full HD проектор, но когда вы находитесь с проектором где-то на одной линии от экрана, а лучше всего где-то за метр от проектора, то есть еще чуть подальше, вы никогда в жизни не подумаете, что это не Full HD проектор, это я вас уверяю. Вы будете видеть хорошую, удовлетворяющую вас картинку, которая вас будет впечатлять и погружать процесс увиденного. Этот проектор, конечно же, явно не для презентации. В принципе, 12 размер шрифта видно. При этом яркости недостаточно, чтобы комфортно что-то показывать днем. А вот цветопередача четкая. Ночью для фильмов яркости хватает. Не, реально фильм хорошо показывает, ребят. Фильм включен через ноутбук, 4К разрешение. Плотность пикселей хорошая, передача видеосигнала. Поэтому, кажется, картинка даже прям очень крутая. Это за счет того, что вещаемое видео с моего ноутбука в 4К хорошем разрешении. Я даже сейчас не выдержу. Смотрите, какая детализация, да? Кто скажет? Я причем близко стою, где-то на метре расстояния от экрана. И посмотрите, какая детализация. То есть включен через ноутбук с 4К разрешением. Плотность пикселей передачи очень высокая. И поэтому картинка кажется действительно... Ну, не подумай, что это HD там или Full HD. Прям как будто 4К. Посмотрите, да, вам поры на Уилл Смите видны. Скажу так, что качества вполне достаточно, чтобы погрузиться в кино. То есть, в принципе, фильмы, друзья, смотреть весьма комфортно.
Да еще на такой огромной картинке. Сейчас проектор находится на расстоянии от экрана ровно в 3 метрах. И мы получаем 222 сантиметра по длине и 135 сантиметров по ширине. Это 276 сантиметров по диагонали, то есть 108 дюймов. Цвета классные, естественные, все здорово, но вот яркости как будто чуть-чуть не хватает на диагональ 108 дюймов. Именно поэтому, по моему мнению, самая оптимальная диагональ для этого проектора до 100 дюймов. Тогда картинка для темных сцен фильма будет вполне яркой. Ну а мультики детям, в принципе, спокойно можно смотреть и на 108 дюймов. Все очень комфортно и приятно. Это, в принципе, как я считаю, проектор именно идеален для детей, для мультиков. Футбол, конечно, тоже можно с друзьями по вечерам посмотреть, но только в темной комнате. Если вы подключите компьютер к своему проектору по HDMI, то в принципе можно достаточно комфортно поиграть в игры, ну такие вот как, например, World of Tanks. Каких-то особых дискомфортов я не заметил. Ну и, конечно же, покажу вам пример, как этот проектор показывает на 108 дюймах при открытых окнах в яркий солнечный день. Даже какие-то яркие мультики, ну, не очень комфортно смотреть. Ну, а если зашторить окна, то, в принципе, маленькому ребенку будет нормально. Ну, почему маленькому ребенку? Потому что у него, наверное, не будет таких требований к качеству. Итак, день стал немного ярче, я подвинул проектор на расстояние ровно в 2 метрах от экрана, и мы с вами получаем 144 сантиметра в длину и 86 сантиметров в ширину, то есть 167 сантиметров по диагонали, а это 65 дюймов. Но на расстоянии проектора ровно в 1,5 метрах от экрана мы получаем 48 дюймов. Тут уже если зашторить окна, то можно посмотреть и фильмы. Друзья, если вкратце подытожить, то из плюсов у этого проектора мне очень понравились цвета. Они отлично откалиброваны, такие настоящие, естественные и живые. Также плюсом, и что удивило, это детализация у этого проектора. Если видеопоток хороший, если хорошая качественная картинка, вот как я на примере подключал фильм в 4K разрешении с ноутбука по HDMI. У самого видео плотность пикселей высокая, картинка качественная, и на выходе через проектор мы получаем такую хорошую, тоже полноценную детализированную картинку. В идеале для максимального эффекта лучше всего находиться на метр позади проектора. Ну, конечно же, если картинка некачественная, подойдя в упор к экрану, мы увидим мелкое классическое квадратное зерно пикселей. При этом, опять же, это не монитор, граница между пикселями немного размыта, и когда мы отходим подальше, мы видим целостную хорошую картинку. Минус у этого проектора, конечно же, также есть, это его, к примеру, родной YouTube. Не знаю, может быть, просто нужно скачать другую версию, но на той, которая идет из коробки в Android-версии. Она хоть и шустрая, все быстро прогружает, при этом нереально криво показывает видео. Если вы, к примеру, поставите качество в 1080p, то увидите только левую четверть экрана, все остальное останется где-то за кадром. Соответственно, выбираете 720p и видите немного больше, но опять же, где остальное? 480p и опять же, чего-то не хватает. При этом качество, ну, вообще не радует. Конечно, возможно, все просто, нужно скачать другую версию YouTube. Я пока это не пробовал, но почти уверен, что это поможет. При этом, согласитесь, ну, как-то это нехорошо. Вы на 2000 переплачивая покупаете Android-версию для того, чтобы не парить включать детям мультики прямо из YouTube, а тут такая лажа. Но опять же, повторюсь, возможно, это все легко исправимо, и опять же, мультики можно включить и через браузеры, через какой-нибудь Miracast, через онлайн-ТВ и так далее. Проектор работает тихо, а вот, кстати, звук у него весьма хороший и чистый даже на максималку. Ну и, конечно, приятно, что вот в эту жару он не греет воздух. Ну и все же, будем честны, 2400 люмен это не совсем достаточно для просмотра видео днем, для комфортного просмотра. Ну и самый главный вопрос, стоит ли этот проектор этих денег? Я считаю, что стоит даже уже после того, как я его испытал и знаю все его нюансы. При этом версию без Android. Ну, не хочется мне заморачиваться, искать приложение, а в принципе в игры на проекторе через смартфон я особо не играю. Мне этого не надо, так же как в принципе и онлайн ТВ, Netflix и все вот это подобное. А вот обычная basic версия, куда можно вставить флешку с фильмом, который можно подключить через HDMI компьютер, консоль и тот же самый годный TV-бокс, который нормально будет воспроизводить YouTube, реально стоит взять, тем более за такую цену. Кстати, через день будет акция, этот проектор будет стоит всего около 3800 что ли рублей. Ну там со всякими купонами, промокодами, и посудите сами, я считаю, что это отличное предложение за проектор, который стоит до 4000 рублей. Просто как проектор для мультиков, для детей, да и фильмы на нем можно самим посмотреть. Короче, я поделился с вами информацией, кроме того, он есть на складе России, доставка занимает около 5 дней, ну лично ко мне, в мой регион. Ссылку на него вы найдете в описании под видео, именно поэтому переходите, заказывайте, уверен, вам он понравится. Даже, к примеру, если потом захотите приобрести проектор посерьезнее, этот можно будет спокойно продать по его же цене. В общем, я надеюсь, видео было полезно. Для меня будет лучшей благодарностью, если вы подпишетесь на мой канал, если не подписаны. Поставите палец вверх и приятный комментарий замотивирует меня побольше стараться для вас. Еще буду очень признателен за подписку в мой инстаграм, ссылка также в описании под видео. Там же найдете почту, в случае возникновения вопросов, пожалуйста, пишите. С вами был Ёж, пока.